Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Невидимые, да и на вкус вы не очень.
Или тихо. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Систему наведения там. Давай, парень,
Теперь все в твоих руках. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
Уничтожьте его. Он пришел не стыдиться. Надо истреблять. Остановите его.
врагов надо истреблять. Он пришел истребить нас. Остановите его, уничтожьте его. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили».